Артур, какие у вас настройки экспорта? Ух, пора бы уже рассказать об этом. Поехали. Привет, с вами SM Films, и как же настроить ваше видео во время экспорта, чтобы оно не выглядело ущербно? Это как раз один из тех вопросов, которые нам задают чаще всего, и мы подумали, что сейчас самое лучшее время для такого выпуска. Я ни в коем случае не настаиваю на этом способе, кому-то нравится экспортировать видео иначе, но такими настройками мы пользуемся уже несколько лет, и все работает отлично. Итак, чтобы экспортировать видео, вы должны нажать файл, экспорт, медиа контент, или мне нравится нажимать Ctrl-M на клавиатуре. В разделе формат я всегда ставлю H264, это лучше всего работает для сохранения баланса между качеством и весом файла. Ниже, как правило, мы трогаем только вкладки видео и аудио, здесь вы можете поставить ваше разрешение, обычно мы не уходим выше Full HD. 4К файлы весят много, дольше рендерится, и в целом далеко не все сейчас смотрят видео в 4К, на YouTube всегда скорость в приоритете. Частота кадров та, которая вам нужна, здесь прогрессивная развертка, квадратные пиксели. Следующие три я редко трогаю, но ниже очень важное поле, и это настройки битрейта. Ставлю кодирование CBR, и ниже сам YouTube говорит нам, что для Full HD 24 кадра в секунду достаточно 8-10 мегабит в секунду. Я же советую вам немного перестраховаться и при таких настройках поставить 16-25 мегабит в секунду. Файл будет немного тяжелее, но так вы сможете точно избежать ненужных артефактов. Если очень торопитесь, ставьте то, что советует нам YouTube. Формат аудио я ставлю AAC 48 тысяч Гц, стерео, высокое качество звука и битрейт 320 кГц. Бит в секунду. Если возникнет желание поставить настройки у звука хуже, пусть не возникает, потому что звук очень важен и весит он не так много. Ниже, если качество в приоритете, ставьте галку «Наилучшее качество визуализации». И вы также можете нажать на эту кнопку, чтобы сохранить шаблон, дать ему имя, и потом вам нужно будет просто выбрать его из списка. Итак, я надеюсь, эти настройки были для вас полезны. Если у вас все еще остались вопросы, вы знаете, что делать. Взрывайте комментарии ниже, а также подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Ставьте лайки и увидимся в следующих выпусках. До скорого!